И друзья, всем огромное привет, с вами я, Михаил Юрьевич Пацан. Сегодня, дорогие друзья, сегодня у нас Мистер Пи, конечно, Мистер Пи, мистический боец. Конечно, в прошлом видео вы набрали 20 просмотров, но лайков, конечно, очень меня обидело. Вы набрали 5 лайков, это очень обидно. Почему вы не пишете в комментариях? Ну, я должен сказать, вы должны писать в комментарии. Обязательно. Каждым роликом пишите в комментариях, что Мистер Пи самый крутой боец. Конечно, дорогие друзья, сегодня, конечно, такое дело. Мы будем играть за Мистер Пи в The Brawl Stars. Мы должны сегодня открыть мегаячек. Должны попробовать открыть мегаячек. Конечно, видео называется «Прохождение игры за...» Мы должны сегодня открыть ранг до 12, а может дойдем до 10 ранг. Ну, сейчас 9 ранг, потому что мы 9 раз очков 128 кубка, входит 4 сила. Ну, конечно, будем играть сегодня столкновение. Ну, всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забываем поставить лайк, подписка и колокольчика. Друзья, до Нового года осталось совсем чуть-чуть. Я хочу до Нового года набрать, например, 40 подписчиков до Нового года. Я эту верю, может, мы дойдем за 40 подписчиков, потому что у нас будет стрим 31 декабря. Конечно, мы начинаем. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забываем еще раз поставить лайк, подписка и колокольчик, чтобы получать уведомления новых видео. Ну, конечно, друзья, мы начинаем играть в Brawl Stars. Всем хорошего дня. Начинаем играть. Игрушечку Brawl Stars. Главное, что мы победили. Все было хорошо, все в победе. Мы должны всех выигрывать, чтобы получать Brawl Pass. Но... ну ладно, не буду говорить. Давайте будем начинать играть Brawl Stars. Конечно, мы попробуем хоть так сыграть. Я даже не думаю, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать, тут первого попытки мы проиграли, ёкова мане. Что меня обидело, понятно. Первую попытку, пацаны, не получилось. Попробуем еще раз. Еть. Убил. Двух бойцов победил. О май гад, о май гад, о май гад. Еть. Быстрее. Ой-ой-ой, Нит, иди ты нафиг, иди ты нафиг. Ё-моё, проиграли. 6 кубков, это обидно. Проиграли, так проиграли, ну и пофиг. Главное, это здоровье. О май гад. Big boy.
И убили. Все убили. Какой-то гром, пацаны, какой слабый, очень. Что? Я проиграл. Десятый ранг. Повезло. Последний раз. Давайте еще раз сыграем. О май гад, как можно было выиграть? Десятый ранг. Охренеть. А я должен тягонить до 15 ранг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О. Пошел в жопу. О. Раз, два, три. Раз, два, три. Главное, чтобы не ко мне шло. Я должен выиграть. Мистер Пи кидается чемоданами. Кого-то Мистер Пи идет в командировку. Кто напишет в комментариях? Друзья, пишите, сколько у вас бравлеров. У меня бравлеров 15. А у вас сколько бравлеров, например? Тю-тю-тю-тю-тю. О, ёка ломаная. Что? Но убил. Так, туда положим. Твою мать. Проиграли, ну и... Еееть. Еееть. 21 кубков. И сразу 2. Повезло. Это мега ящик. Вау, 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 вау. Ну, в конце ролика мы откроем. В конце. Я должен всего не дойти до 13 ранг Мистер Пи. Это будет очень круто. Это конца ролика. Мы откроем в конце ролика. Вот у меня 30 демандиков. Это розовые звезды. 1100 у меня. Топ. Блин, ну, ладно, ладно. Должен всего не победить. Идем, идем. Потихоньку. Есть. Отлично. Просто отлично. Идем дальше, пацаны. Вот это крутой ролик. Снял. Снимаем для вас. Ну, блядь, ну чё такого? Блядь, как они надоели мне просто, пацаны. Я даже не знаю, что делать мне. С этими дебилами, блядь. Даже невозможно заиграть. Да вот что ты делаешь, уродик ты, поганый. Говно, блин. Так, надо думать, думать, думать спокойно. Стоп. Главное не спешить. Главное быть только внимательным, чтоб не просрать.
О май гад, я ничего не делал, я тебе ничего не делал, урод ты поганый. Да, 3 кубка, поздравляю. Да, пацаны. Это вообще атас. Друзья мои, этот ролик у нас последний ролик. После этого потом будет 31 декабря будет стрим, потом. Потому что у нас будет стрим по Brawl Stars'у, конечно. Блять, что они делают, урод поганые? О-о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 -
ненавижу, пацаны. Ой, да что думать. Конечно, друзья, у нас последний ролик. Прямо сегодня, 28 декабря. Сегодня у нас последний ролик. Конечно, 31 декабря это будет через 3 дня. Ну, через 3 дня у нас будет стримчик с вами. И 10 января у нас будет новое видео. 22 года. Сегодня у нас последнее видео. Это, значит, 21 год пока видео. И 22 года, 10 января, это начало ролика. Конечно, бы я бы не сказал. Давайте сначала продолжим, потом заканчиваем. Сначала два раза играем и все. Просто Мистер Пи, просто он слишком хороший. Если бы не мешали эти уроды, если бы не мешали бы, например, так, иди ты в жопу. Я люблю ко мне мат. Тихо, ёкаломане. Ну ж как можно, блин. Пацаны, это последняя попытка. Мы должны попробовать. Так. Так, хорошо, хоть Мистер Пи, хоть знает, куда идти. А, не-не-не. А, все, конец игры. Хорошо. Конечно, дорогие друзья. Давайте попробуем еще раз сыграть. Но этот ролик подходит к концу. Последний раз. Ой, как хочется последний раз сыграть. И все, заканчиваем. Тихо, блядь. Ну ладно, конечно, ролик подходит к концу, дорогие друзья, с вами я был Михаил Юрьевич Пацан. Конечно, не забываем подписываться на канал, на красную кнопку нажимаем, на красную кнопку. Конечно, не забываем поставить лайк, конечно, нажимаем колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за просмотр. А, да, точно, чуть не забыл. Открываем ящики, вот, мега ящик. 6 предметов, давайте. 4, 3. И последний. Емать тебе! Пайпер, ёлки! Эти эпический боец. Вау, круто.
Представляете, пацаны? Недавно у нас выпал это, как там его, недавно выпал у нас Мистер Пи, а теперь у нас Пайпер. Вот это крутая новость. Конечно, друзья, давайте попробуем поиграть. Ой, блин. Ах, ладно, пофиг. Сейчас проиграем. Сейчас проиграем. Пайпер, пацаны, прикол. Да блин. Ладно, это я специально проиграл, чтобы это... Ну что ж, дорогие друзья, наверное, вам понравился этот ролик. С вами был Михаил Юрьевич Пацан. Не забываем посмотреть прошлый ролик. Кто не посмотрел, кто не поставил лайк. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях. Это очень важно, очень крутой ролик. Ну, с вами был я, Михаил Юрьевич Пацан. Не забываем поставить лайк, подписка. Всем пока-пока. Кто не подписался, кто... Остался, кто не подписался, кто остался голодным, кто не... Кто подписан, кого по... Ладно, не буду глупо говорить с вами, Михаил Юрьевич. Пацан, всем пока-пока.